Итак, мы завершили наш конкурс, который проходил у нас год назад. Это конкурс был стипендия от CEO Quick Scholarship. Мы подарили денежный приз трем нашим участникам. Итак, сейчас мы опубликуем видео от наших победителей, которые получили наш денежный приз. К сожалению, с третьим победителем связаться нам не удалось, но его материал вы можете посмотреть сейчас опубликованный на одном из сайтов. Меня зовут Виктория, я студентка Одесского государственного университета внутренних дел. Сейчас я учусь на магистратуре. В этом году я приняла участие в конкурсе от CEO Quick. Я написала статью, и моя статья заняла второе место. Организаторы конкурса оплатили мне часть стоимости учебы в моем университете. И я хочу сказать спасибо организаторам конкурса за возможность принять участие и за такой ценный подарок. Они действительно мне сильно помогли в оплате учебы. И я благодарна организаторам. Меня зовут Диана, я студентка другого курсу Арт-академии сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, факультету графічного дизайну. Про соціальний проект Quick Scholarship я знала на сторінці свого університету. І на початку я взагалі думала, чи варто мені взяти участь у даному проєкті чи ні, тому що єдині мої письмові роботи – це були реферати та курсовий проєкт. Але потім я подумала, чому б і ні? Я взяла тему просування в соціальних мережах. І мені дійсно сподобалось писати дану статтю, аналізувати та досліджувати. І далі я ні про що не думала. Я не думала, що мою статтю навіть банально розглянуть. Тут одного вечора мені приходить повідомлення, що я потрапила в трійку переможців, і мені буде начислений грант на заявлену суму. І сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати. А ще в більшому шоці були мої батьки, тому що вони не знали, що я взяла участь у даному проєкті. І так, дійсно, гроші були нараховані. І я дуже вдячна CEO Quick за таку можливість. І хочу всім побажати, щоб ви не боялися пробувати себе та пізнавати щось нове. Для тех, кто интересуется, что такое программа Scholarship. Программа Scholarship – это помощь поддержки студентам, начинающим талантам, которые мы организовали на своем сайте. Мы также можем ее организовать на вашем сайте, потому что преимущества этой программы неоспоримы. Конечно же, их можно с легкостью перечислить. Во-первых, это брендинг вашей компании, повышение ее авторитета. Во-вторых, вы получаете действительно талантов, с которыми вы можете в дальнейшем сотрудничать и взять их себе на работу. Ну и в-третьих, конечно же, вы получаете известность, потому что все известные университеты, все известные колледжи и правительственные сайты, так называемые сайты Gov и Edu сайты, делают на вас ссылки, потому что они считают вас действительно полезным источником информации. Для того, чтобы организовать подобную программу, обращайтесь к нам, и мы с удовольствием вам поможем. Итак, вспомните всегда, всегда не останавливайтесь, всегда действуйте и двигайтесь вперед. И, конечно же, изучайте новые методы рекламы, новые методы пиара своего бизнеса в сети. В 2020 году без этого будет попросту невозможно. И до новых встреч!